Эти кухонные гаджеты я покажу тебе сегодня в видео. Смотри до конца, будет интересно. Всем привет! Давно у меня не было каких-то интересных товаров, которые нужны всем без исключения. И я подумал, так как у нас всех есть кухня, и я уверен, что хорошо и вкусно покушать любят все, я подготовил для вас подборку из 15 кухонных гаджетов, которые упростят и помогут в готовке различных вкусных блюд вам и вашим женщинам. Надеюсь, подборка будет не только интересной, но и полезной. Ну что, давайте смотреть, приятного просмотра! И открывает нашу подборку вот такой вот нож для авокадо. Это многофункциональный кухонный аксессуар, совмещающий в себе сразу три ножа. С помощью ножа нового поколения вы легко и достаточно быстро сможете разрезать фрукт, вынуть косточку и нарезать мякоть на ровные аккуратные ломтики. Нож для манго и авокадо компактного размера, выполнен из пищевого и прочного пластика. В емкости для удаления косточки имеются три лезвия из высокоуглеродистой нержавеющей стали. Рукоять ножа не скользящая, ее удобно держать в руке. Все материалы, входящие в состав ножа, экологически чистые и совершенно не токсичны. Держатель пакетов. Независимо от того, что вы собираетесь готовить для упаковки на зиму или просто на какое-то время, вам пригодится такая штука, как держатель пакетов. При упаковке очень неудобно держать одной рукой пакет, а другой высыпать в него продукты. Думаю, нередко продукты вываливались за границы пакета, и потом их приходилось мыть и опять фасовать в пакеты. И в общем, чтобы вам было легко и без лишних неудобств фасовать что угодно в пакетике, и придумано это приспособление. Оно компактное и удобное. Держатель регулируется по высоте и надежно будет держать пакет любой высоты для вашего удобства. А вы просто берете и аккуратно засыпаете или заливаете свои блюда и закрываете пакет. Он поможет вам с порядком на кухне, так как не будет ничего рассыпано и пригодится вам в летний период, когда идет фасовка и заморозка овощей и фруктов на зиму. Яблокорезка. Специальный нож для нарезки яблок, который облегчает работу на кухне и экономит время хозяек. С его помощью вы буквально за минуту красиво оформите фруктовую тарелку, нарезав яблоки идеально ровными дольками. Необходимая вещь, когда нужно обработать большое количество яблок для варенья, компота или сушки. Выполненные из высококачественной нержавеющей стали ножи позволяют легко и быстро порезать фрукты. Удобные ручки для надавливания на яблоко выполнены из силикона, что позволяет устойчиво держать прибор во время надавливания на яблоко, делая процесс комфортным и безопасным. С яблокорезкой вы забудете про долгие часы нарезания ножом, когда дольки получаются ненужной толщины. Нож для ананаса. Очищает, удаляет сердцевину и нарезает ананас на сегменты всего за 30 секунд. Он вкручивается как отвертка, отделяя мякоть ровными кольцами и оставляя жесткую сердцевину в оболочке. Один поворот отделяет одно кольцо. Также можно нарезать весь ананас сразу. Используя насадку-клинорезку, вы можете одним легким движением разрезать мякоть ананаса на ровные сегменты. Клинорезку можно поворачивать обоими сторонами, а удобные ручки-ушки по бокам помогают контролировать ее движение по ананасовым кольцам. Ручка удобна в обращении и отделяется нажатием одной кнопки. Оболочка ананаса остается неповрежденной и может использоваться для сервировки десерта или фруктового салата. Быстро и просто. Спиральный слайсер для овощей. Он представляет собой ручную терку для твердых овощей и фруктов, работающую по принципу точилки для карандашей. Продукт, который нужно нарезать, помещается внутрь этой овощерезки, и легкими поворотами движения у вас получаются изысканные спиральки из морковки, огурца, свеклы, кабачков и другого. Овощерезка позволяет нарезать тонкие и изысканные завитушки из обычных овощей двумя способами. Объемные спирали по ширине самого продукта и ровные узкие спиральные нити. Нарезанные таким образом овощи и фрукты понадобятся для приготовления гарниров, салатов или станут отличным украшением к основному блюду. Всем вегетарианцам такая спиральная овощерезка крайне необходима. Вы с легкостью можете приготовить овощные спагетти. Всего несколько минут на сковороде с растительным маслом и вкусные, питательные и красивые блюда готово. Нож для резки зелени. Идеально подходит для различных листовых трав, разделки овощей для салатов и свежих сальса, а также им можно резать лапшу.
В нем 6 режущих лезвий из нержавеющей стали. Эргономичная ручка удерживает руки от лезвий во время резки. Используйте переднюю кромку, чтобы собрать травы в кучку. Также лопатки можно отстегнуть для легкой очистки прибора. Спиральная овощерезка. Овощерезка всегда помогает хозяйкам на кухне. С ее помощью можно быстро измельчить овощи или фрукты, что гораздо дольше можно было бы делать при помощи обычного ножа. Вы измельчите продукты в тонкую соломку, которая украсит ваше блюдо. Пользоваться овощерезкой легко, она не требует подключения к сети. Работает за счет того, что вы крутите ручку и таким образом продукт нарезается. Гаджет работает без подключения в сеть, управление в нем механическое. Для начала хорошо вымойте продукт, который нужно нарезать. Затем установите ее в специальный фиксатор и начните крутить ручку прибора. Несколько оборотов и тонкие красивые спиральки готовы. Слайсер для помидор черри и мелких фруктов. Многие любят эти маленькие и ароматные помидорки, и многие интересуются, как быстро и красиво их нарезать. Способов нарезки очень много, но желательно использовать специальное приспособление для томатов – слайсер. Вам необходимо всего лишь высыпать черри в колбу и прокручивающим движением нарезать томаты. Благодаря этому прибору вы будете готовить салаты с помидорами намного быстрее, а качество нарезания и ровные помидорки будут радовать вас. Силиконовая лейка. Посуда из силикона – это модное направление в современном кулинарном искусстве. Силиконовая складная лейка – незаменимая помощница в быту. Лейка может быть использована для переливания различных жидкостей, даже теплых, защищает вас от брызгов, имеет гофрированную форму, что позволяет использовать воронку с любой тарой от бутылки до канистры. При этом легко складывается и не занимает много места у вас на кухне. Безусловным достоинством изделия выступает компактность размеров, благодаря чему она отымет минимум свободного места в кухонном шкафчике или ящике. Также представленную модель можно удобно подвешивать на крючок, поскольку она снабжена специальной петлей. Удобный нож-лопатка для порционного нарезания кондитерских изделий. Когда за праздничным столом собирается большая компания и на сладкое подают торт, порой случаются незапланированные катаклизмы, особенно если за столом присутствуют дети. Кому-то кусочек некрасивый достался, у кого-то он меньше, чем у соседа. В общем, сладкоежки могут возмутиться и даже обидеться. И чтобы всем угодить, придумали вот такой вот нож-лопатку. Он позволит легко и быстро нарезать торт или пирог на ровные кусочки, без применения дополнительных средств и усилий. Прибор для чистки кукурузы. Использование свежих продуктов в приготовлении блюд делает еду не только более полезной, но и насыщает ее натуральной гаммой приятных вкусов. Со времен появления первых початков кукурузы на территории Европы возникло множество рецептов на основе этого солнечного злака. Увы, добыть свежие зерна кукурузы с кочана в домашних условиях весьма непросто. К счастью, технологии не стоят на месте, и современная инженерная мысль изобрела специальные приспособления для чистки кукурузы, которые существенно облегчат процесс отлынивания кукурузных зерен. Пользоваться чистилкой для кукурузы можно очень легко. На тонкую часть кукурузы надеваете чистилку и давите на нее. Острые ножи срежут зернышки и поместят их в диспенсер. Инновационный кухонный роликовый нож. Разработан для удобного использования. Благодаря непривычной для кухонных ножей форме, круглое лезвие с полукруглой ручкой, нож не только быстро режет, но и требует от повара минимальных затрат силы. Вместо того, чтобы усиленно давить на рукоять, можно с легкостью прокатывать лезвие. Еще есть дополнительная функция. Нажав на кнопку под ручкой, можно остановить лезвие от вращения. Этот режим пригодится, чтобы отсечь от овощей или фруктов все несъедобности. Ножи легко мыть. Достаточно нажатием на кнопку снять рукоять и отдельно сполоснуть лезвие. Защитный чехол для выступающего лезвия в комплекте. Мы уже привыкли к тому, что у нас на кухне стоит специальная подставка-держатель для всех наших ножей. Она хоть и объемная, но удобная. Но вот немного иной подход к хранению комплекта ножей. Нож-матрешка состоит из 4 элементов. Набор состоит из подставки и 4 ножей из нержавеющей стали, которые складываются друг в друга. Нож для мяса, нож для филе, нож для овощей и поварской нож. Благодаря оригинальному решению, комплект не занимает много места, его удобно хранить и ножи никогда не потеряются. Вакуумный упаковщик.
Замечательная вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, а есть вкусно и полезно. Теперь вы можете смело покупать продукты впрок и с легкостью брать их в поездку, не беспокоясь, что по дороге они испортятся или потеряют аппетитный внешний вид. Очень быстрое маринование рыбы и мяса под избыточным давлением, которое создает вакуум. Маринад намного быстрее и глубже проникает в поры мяса, что ускоряет процесс маринования в разы. Буквально 10-15 минут вакуума, и мясо можно готовить. Для любителей шашлыков вакуумный упаковщик – истинная находка. Используйте вакууматор как запаящик пакетов. Силиконовый складной дуршлаг обладает рядом неоспоримых преимуществ перед своими металлическими и пластиковыми аналогами. Оригинальный дизайн – украшение любой кухни. Современный экологически чистый и гигиеничный материал изготовления. Силикон эластичен, износостойк, легко моется, не горит и не тлеет, не впитывает запахи, не оставляет пятен. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Если это так, ставьте лайки, это благодарность за мои старания. Все ссылки на товары есть в описании. Также пишите комментарий, какой товар вам понравился и какой бы пригодился на вашей кухне. Некоторые комментарии я выберу для следующей подборки, и вы сможете увидеть их в следующем видео. Думаю, вам будет приятно и интересно. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!